Во Дворце культуры «Кочегарка» прошла презентация книги-сборника горловского поэта Татьяны Высоцкой «На этой маленькой земле». Подробнее о мероприятии далее в сюжете. Книга-сборник состоит из 150 стихотворений. Он включил в себя и ранние произведения поэта, и те, которые были написаны в прошлом году. Мероприятие прошло интересно, прошло без всякого сценария, но это самое главное, потому что пришли, наверное, те люди, которые должны были прийти, и друзья-литераторы, и мои коллеги, мои молодые читатели нашей библиотеки, поэтому я очень рада и... Дай бог, мы будем еще встречаться. Презентация книги – весьма значимое событие не только для автора, но и для гостей мероприятия. Некоторые литераторы, которые пришли поздравить Татьяну, также выступили с ее стихами. Зло умирало. Вернется снова к тому, кто выпустил стрелу дурного ранящего слова. Я восстановляю эти луны. Я опускаю лук ненужный, сарказма неподъемный лук, и перед тобой безоружной стою неоцененный друг. Хотелось бы поздравить нашего творческого человека Татьяну Николаевну Высоцкую с знаменательным событием, выходом первой книги. Желаем ей дальнейших свершений, творческих высот. Пришли сегодня поддержать автора коллеги по перу. Много было теплых слов. Надеемся, что Татьяна Николаевна нас будет радовать в дальнейшем своей поэзией. Тираж книги составил 228 экземпляров. Часть из них Татьяна Николаевна раздала своим друзьям и родственникам, а оставшиеся сборники отправились в библиотеки. Анна Соломатина, Дмитрий Якушевский, 6 ТВ.